Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом побывали на АвтоВАЗе. Они представили трудовому коллективу нового президента Максима Соколова. После чего вместе с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Альбертом Каримовым встретились с трудовым коллективом завода, профсоюзом компании и представителями городской власти. Увидел здесь многих людей, с которыми в свое время еще работал я и опирался. Это те, кто люди, которые руководят и производством. Михаил Ирява, в частности, Евгений Шмелев, инжиниринг вернулся. Дмитрий Михаленко, который социальный блок, и другие люди. Всех, наверное, не перечислишь. Я уверен, что на самом деле это хорошая база для решения проблем. В ходе встречи Дмитрий Азаров заверил всех, что новому президенту будет оказываться всесторонняя поддержка со стороны властей. Перед руководством предприятия стоит задача выполнять все социальные обязательства. Глава региона уверен, что Максим Соколов вместе со своей командой с этим справится. С Максимом Юрьевичем мы знакомы давно, и я с благодарностью вспоминаю нашу совместную работу на различных этапах. Максим Юрьевич человек неравнодушный, конечно, высокопрофессиональный, все вы это знаете, колоссальный опыт государственного управления имеет. И авторитет в федеральном правительстве, который, конечно, будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед АвтоВАЗом. Альберт Каримов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, заявил, что министерство будет использовать все доступные инструменты, чтобы предприятие работало стабильно. Разрабатываем уже план совместных действий, и это для нас приоритетная задача, с тем, чтобы выработать и новые инструменты, которые уже во вновь сложившейся ситуации позволят нам решать те вызовы и те задачи, те сложности, которые сегодня возникли. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, основная задача сейчас – сохранить коллектив, чтобы вместе преодолеть все вызовы, которые стоят перед сотрудниками завода. В начале следующего месяца нужно запустить производство и восстановить его в полном объеме. Виктория Шаре, события.